Всем привет! Сегодня сделаю видеообзор игры Battlefield Bad Company 2. Эта игра у нас устанавливается на Android устройство. Это, по-моему, от версии 2.2 и выше. Как ее запустить, установить, сейчас я вам покажу. После того, как мы скачали вот такой вот архивик по стрелочке под видео, мы распаковываем его, получится такая папочка, заходим в нее. Здесь, значит, что будет у нас сам файлик APK для установки на Android и вот такая BK2 папочка. Включаем наше Android устройство в режиме накопителя. Заходим на наш съемный диск. Файл APK закидываем по желанию. Данную я сделал папочку для установочки, закидываю сюда. И папочку BK2 скидываем просто в корень флеш-карты. Не в какую папочку, а просто в сам корень. То есть просто на флеш-карту. Вот так вот. Все. Все, вот она у вас, эта папочка. Здесь вот такие файлики. Вот смотрим. После чего идем в файловый менеджер вашего Android устройства. SD-карта. Для установки. Выбираем. Окей. Установить. Приложение установлено. Нажимаем открыть. Вот, пожалуйста, видим. Также хочу сказать сразу то, что игра полностью на английском языке, русский язык не присутствует. Так вот, здесь написано, нажмите для продолжения. Вот новая игра. Так, еще кое-что хотел вам показать. Здесь, значит, в настройках. Сейчас я покажу здесь вот. Вот язык и вот controls. Нажимаем controls. Нажимаем сюда, вот так примерно, да? И оставлен. Можно две. По желанию. Как бы это настройки. Нажимаем баг. Все. Вот. И все. Можно, в принципе, запускать нашу игру. Для чего это? Это для того, чтобы в игре появился виджет огня и виджет управления. А не только тогда, когда вы нажимали пальцем. Вот для чего это. It's showtime. Good. That's what we wanted.
Вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс. Всем до новых встреч. Пока.